Всем привет! Меня зовут Мария Гайдар. Это мой видеоблог. Вот я тоже решила что-то рассказывать. Ну, в общем-то, еще пока никакого видеоблога нет. Вот он буквально прямо сейчас вместе с вами начинается. Но я очень надеюсь, что я буду вести его регулярно, что я смогу делиться своими наблюдениями, размышлениями. Мне самой очень нравится, я смотрю разные видеоблоги. Мне кажется, что это такая хорошая тенденция, мне самой интересно, но я попытаюсь сделать что-то подобное. Никакого специального формата этого блога нет, я буду говорить на разные темы, на разных языках, в разное время. Я решила все сделать как можно проще. Мы находимся у меня дома. Вот, я думала, какой же сделать задник, пыталась найти какой-то формат, но хотела даже повесить ковер, но ковра не нашла. Вот в результате у меня висят какие-то одеяла, но я думаю, что впоследствии буду также работать над технической частью, что-то придумывать. Очень вас прошу присылать мне всякие рекомендации, комментарии. Для меня это такой первый новый опыт, и мне хочется попробовать, мне хочется делиться своими мыслями. Я думаю, делать такой блог хотя бы раз в неделю, где я буду рассказывать о каких-то вещах, которые мне показались интересными, важными. А в любом случае, я буду очень рада любым вашим идеям и предложениям по каким-то техническим доработкам.